Здравствуйте, мои дорогие друзья. Доброе утро. Только что приехал с рейса. И хочу поделиться с вами своим опытом чтения людей, чтения, возможно, их мыслей. Ну, для каждого, наверное, свое. Да, как можно, как вообще прочитать мысли людей? Ну, первый, наверное, способ – это достаточно сложный, но как бы и очень простой. Это находясь, как бы в одном поле, может быть, в одном помещении с человеком, вы как бы при определенной сонастройке настраиваетесь как бы, да, на его волну, и даже не смотря ему в глаза, просто чувствуете, о чем он думает. Это, ну, как бы, может быть, душа соединяется с душой. Вот, может быть, как-то так. Второй способ. Я часто, дорогие, наверное, просто, может быть, так вот как бы балуюсь, может быть, просто в качестве получения некого опыта, просто смотрите в глаза человеку и прямо погружаетесь как бы в него, и вот именно та информация, она приходит через глаза. Это тоже, ну, для меня вот такой очень действенный, на самом деле, способ. Для кого как, не знаю, вот у меня вот так вот работает. Ну и третий способ, достаточно простой, нам давал его мастер. Это, ну, при встрече с человеком, допустим, да, куда падает вот ваш взгляд, вот глядя на него. Да, как бы так вот раз и притягивается. То есть, если падает, ну, примерно на низ живота, да, значит, человек, ну, переживает за свое здоровье. То есть, думает, возможно, чем-то болеет. И вот переживает как бы за свое здоровье и мысли его вот именно так вот на таком центре, на центре здоровья, на красном бинде. Если чуть выше, да, как бы уже оранжевый центр, то возможно, ну, у человека какие-то мысли, ну, может быть, о какой-то близости. Да, и вы тоже это можете почувствовать чуть выше низа живота. То есть и вот так, если ваш взгляд падает, и вы вот как бы абсолютно ровно просто вот стараетесь прочитать. Если ваш взгляд падает чуть выше, то есть на уровень желудка, это центр удачи, золотой бинда, то, скорее всего, ну, этот человек вот именно сейчас находится на таких материальных вибрациях. Да, это неплохо, нехорошо, то есть вот именно так. То есть для него главное – это заработок денег, да, возможно, какие-то коммерческие операции. То есть вот именно так. Если ваш взгляд падает чуть выше, то есть на грудь, где находится вот такой зеленый пояс, то человек, ну, как бы он очень духовен, и на данный момент, то есть он просто любит весь мир, животных, людей, то есть вот именно так. Если ваш взгляд падает на горловую чакру, да, на горло, то человек любит коммуницировать, любит разговаривать, поговорить. То
есть вот именно он очень любит общение и коммуникацию. Если ваш взгляд упал на лоб человека, допустим, то человек, то есть он живет разумом, он такой может быть очень умный, начитанный, такой может быть реально даже мудрый. То есть вот как-то так, дорогие. Ну, если ваш взгляд, то есть упал на рудничок, то возможно этот человек, ну, на таких высоких божественных вибрациях. Вот то, что как бы чувствую, и то, что получил такую информацию, я постарался вам ее до вас донести. Не знаю, насколько получилось, но вот как-то так, дорогие друзья. Счастья и радости вам, силы и знания.